Привет, меня зовут Денис Пономарев, я призер региональных международных соревнований по бодибилдингу. Сегодня мы будем собирать рацион спортивного студента, у которого ограничен бюджет, но он хочет поддерживать себя в хорошей физической форме, быть красивым и здоровым. Пойдемте, бюджет у нас, кстати, 250 рублей, посмотрим, может быть, получится меньше. Just Native. Первое нативное питание. Что, погнали? Да, погнали. Так. Первым делом пойдем разберем варианты круп. Может быть, макарошки возьмем какие-нибудь. Посмотрим, что тут представлено. Ребят, в принципе, нет смысла выбирать там гречку какую-то дорогую или дешевую. Сейчас она вся хорошая, вся очищенная. Вот там нет вот этого жмыха, как раньше, когда приходилось там рассыпать на стол и сортировать, отбирать эти частицы необработанные. Сейчас вся гречка хорошая. Ну вот я люблю вот этой фирмы, если честно. Вот Агромастер. У них очень хорошая овсянка, гречка. Всегда беру ее. Если вам советую. На 3 дня хватит. Это получается у нас 70 рублей, да? 70 рублей, да. Что еще, на что еще стоит обратить внимание, это на куриное филе. Также хватит на 2-3 дня вот такой упаковки. Ну, на 2 дня. 700 грамм. Достаточно легко усвояемый, простой белок и недорогой. Для тех, кто не ест мясо, можно заменить там, допустим, рыбой, либо молочным продуктом, творогом. А что еще стоит обратить внимание в первую очередь, это яичный белок. Я считаю его эталонным, он легче всего усваивается и проще всего готовить. Варил там яйца и все, либо сделал омлет утром. И я считаю, это идеальный завтрак. Выгоднее всего брать С1. Ну, так получилось. Вот. Сколько у нас получается они стоят? 60 рублей. 60 рублей. Да. Еще один вариант белкового приема – это творог. Я выбираю творог средней жирности, 5%, потому что он полезнее, в нем лучше усваиваются витамины и кальций, плюс он вкуснее. Ну, для тех, кому там суховато, может использовать кефир, либо йогурт. Тот, кто переживает за фигуру, выбирайте там белый йогурт, без сахара который. Все, это бюджетный вариант нашего рациона готов. Погнали на кассу. Ну вот у нас вышло 436 рублей, это на 2 дня, соответственно, 220 рублей на день. Все очень приемлемо, лучше, чем есть в KFC каком-нибудь, да? Сейчас мы это все приготовим. Конечно же, можно было все это сварить, но мы сделаем все гораздо быстрее, интереснее и вкуснее. Это наш приблизительный рацион на один день. Еще у нас остался творог, который я рекомендую употребить либо вторым приемом пищи, либо на ужин.